Площадь возгорания 2000 квадратных метров. Пламя уничтожает торговые ряды в считанные минуты. Черный густой дым было видно за сотни метров. Огонь уничтожил полностью торговые павильоны. Здесь вообще находился вещевой рынок. И вот эти все торговые ряды полностью уничтожены. Стоит сильный дым. Мы сейчас все полностью в воде, потому что, вот, посмотрите, пожарные продолжают работать. Пожар на популярном в Волгограде Качинском рынке вспыхнул в 2 часа дня. По предварительной версии, причина – неисправная электропроводка. Загорелись вещевые ряды. По цепной реакции огонь перекинулся на магазин «Светофор». Пожару присвоена третья категория сложности. Было привлечено, и сейчас работает 18 единиц техники, более 90 человек личного состава. Организовано 3 боевых участка. Чтобы подобраться к источникам огня, пожарным пришлось в буквальном смысле пробивать себе дорогу в лабиринтах торговых рядов. Этот сотрудник полиции настойчиво просит предпринимателя покинуть место ЧП. Всего с рынка эвакуировали 150 человек. Только успели выбежать уже все. Кто что успел, схватил и вспыхнул, как спичка. Многие, как эта женщина и мужчина, потеряли в огне весь свой бизнес. Я вот так выбежала и все. Вот вся наша точка сгорела полностью. Чтобы экстренным службам не мешали работать, пришлось полностью перекрыть улицу Качинцев. Причем не только автомобильное, но и трамвайное сообщение. Пожар на рынке полностью ликвидирован. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. В одном из сгоревших строений обнаружено тело женщины. Еще 3 человека пострадали. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку. Причину возгорания еще предстоит установить.